Перевоза Дуня держала, держала, держала. Раисе Мартыновой 80. Живет одна. За полтора года потеряла мужа, сыновей, сноху, спасается пением и общением со сверстниками. Оздоровительные заезды по программе «Активное долголетие» очень поддерживают дух. Нравится, очень нравится. Пословицы всякие, да, песни поем, гимнастику. Я больше пою, да, ну, частушки там, поплясать могу. Поддержание активного долголетия – это только одно из направлений системы долговременного ухода. Она признана полностью пересмотреть подход к социальной поддержке пожилых и инвалидов. Новые технологии в работе органов соцзащиты, повышение квалификации соцработников, обучение основам ухода родных, развитие института приемных семей. Иные меры поддержки, в частности, диктуют тенденцию увеличения продолжительности жизни. Сегодня растет количество людей преклонного возраста. Мы понимаем, что мы сразу на основе каких-то теоретических представлений новую систему не внедрим. Нам нужно на отдельных территориях разработать, наработать модель, и мы потом результаты этой отработки сможем применить уже на территории всей Самарской области. В двух районах области, Приволжском и Большеглушицком, 11 месяцев работает пилотная система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в рамках региональной составляющей «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Он инициирован президентом России Владимиром Путиным. Одно из главных нововведений – выявление людей, нуждающихся в соцобслуживании. В процессе выявления в этом году у нас поступила информация о 41 гражданине, который является в оказании социальных услуг. Уже в следующем году к двум пилотам присоединятся и другие территории области. Яна Кукабака, Алексей Гриднев, Новости Губернии.